Здравствуйте! Сколько УЗО ставить в квартире? По современным нормам, каждая квартира должна быть защищена УЗО. Поэтому застройщики устанавливают по одному УЗО на каждую квартиру. Но достаточно ли такой защиты? Сколько нужно УЗО на квартиру, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности? Мой ответ, возможно, вас удивит. Одно УЗО обеспечивает такой же уровень безопасности, как и несколько устройств защитного отключения. То есть увеличение количества УЗО в квартире не увеличивает безопасность, а увеличивает удобство в использовании УЗО. Если единственное УЗО в квартире сработает, то вся квартира будет без света до устранения проблемы. А если в квартире несколько УЗО, то часть квартиры отключится, а в другой части электричество будет. Так сколько УЗО ставить на дом или квартиру? Если бюджет ограничен, то минимальное количество, то есть одно УЗО. Если бюджет не очень ограничен, то оптимально это 2-3 УЗО на квартиру или каждый этаж частного дома. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо. Пока.